еще и с карманами. Тут еще, ну это да, это ж боха. Всего-навсего 110. Плотненький такой трикотажик. Состав я не смотрела, но не полностью. Шерсть, либо хлопок и синтетика, либо шерсть и синтетика. Такие вот карманы интересные. Не очень люблю всякие там принты рептилии и леопарды. Но здесь вот очень как раз меня не смущает ни грамма. Подплечники я сниму. Приветствую всех, кто зашел сегодня ко мне на канал. Хочу показать, как я буду удлинять свою тунику. Она такая, типа любимого барышнями моего возраста и не только боха. Я еще хочу пуговицы эти поменять. Она на мне прилично сидит, симпатично, прилично, но она идет мне только на брючки. То есть я одеваю под низ только джинсы в обтяжку, такие типа лосинов. А хочу иногда одевать, может быть, с лосинами просто и высокими сапогами. Поэтому я постепенно готовила, извините, что дергается камера, но здесь мне нужно снимать в руках. Я приготовила, постепенно я заготавливала, я ее одевала уже несколько раз, но я постепенно заготавливала то, чем буду удлинять. И мне повезло купить два вот таких куска гипюра. И я разобрала подплечники. Я не ношу подплечников. Вот два кусочка у меня образовались. Ну, может, я их разрежу там как-то полосочками поставлю. Не знаю, буду думать. И вот у меня есть вот такой гипюр. Ой, падает. Это я когда-то шила себе такую водолазочку. Но у меня есть и большой кусок. Я посмотрю, может, я повставляю. Она вот, когда прикладываешь, вроде подходит. Отдельно вроде бы нет, но я думаю, что-то я придумаю, какие-то вставки. Вот, сейчас я поставлю свой телефон на зарядку и буду думать, как мне удлинить мою эту блузку. Посмотрим, что из этого получится. В этот раз может видео различаться, но мне пришлось снимать разными камерами. Ту камеру мне пришлось поставить на зарядку. А ждать я не буду, пока зарядится. Приколола. Примерила, меня устроило, как выглядит. Я, наверное, даже не буду здесь ничего пристрачивать, просто пройду оверлоком по низу. Здесь я просто пришью трикотажным швом. А вот тут, я думаю, я бы хотела и вот эту часть, как бы она же уходит, боха, как она кроется, вот этот выпад, и получается здесь длиннее, а эта часть уходит короче, а мне бы вот... Прям вот настолько. И я хочу уже вот здесь как-то удлинить. И вот я думаю, как мне это сделать. У меня остается вот еще... Ну, в общем, у меня останется два вот таких кусочка выпадает. И спасти положение здесь они не спасут. А вот это все, то, что я показывала, оно как бы, ну, как бы и не вклинилось сюда. И как-то и некрасиво. Если низ будет такой, бока такие... Ну, не знаю, в камере это смотрится так, вживую это смотрится, ну, несколько иначе. И как мне поступить, я прям не знаю, что мне делать. Я хотела, именно за счет вот эти выпады я хотела удлинить, которые вот уходят вверх. Сейчас буду еще мудрить, просто таких у меня всего два кусочечка. Эта женщина, у которой я покупала эти два кусочка на рынке, на барахолке, аж на ЖД вокзале. Она сказала, что у нее есть, но она их не нашла. Она, ну, говорит, я вынесу. Но мне туда ехать из-за этих двух кусочков. Я за них отдала 5 рублей там или 10, не помню. А ехать за ними час туда, час обратно и еще прокатаю 20. Поэтому, ну, не знаю, ехать точно за ними не буду. И принесла она их или нет, я не знаю. А есть еще вот такие куски, но они черные. Они черные, они так прозрачненькие, конечно. Но они черные. А это она, вот здесь камера так не передает. Этот гипюр, он сажевый. Он такой графитовый, видите, он с такими пробелами некоторыми. Он такой интересный, он вписывается сюда, в этот общий рисунок. А это чисто черное, оно не вписывается. В общем, сейчас буду еще мудрить. Закончила вчера свой блузон. Видео уже не стала снимать, было темно, решила отложить на сегодня. Сегодня хотя бы день. Даже как будто бы и солнечный, но
На мой дом это не распространяется. У нас только летом может быть очень солнечно в моей квартире. Значит, показываю, что я сделала. Потом покажу на себе. Я прикалывала, когда вот эту первую часть, ну, как бы первый кусок, скажем так, я показала, как я прикалываю. Потом я их пристрочила, передняя и задняя часть. Оверложила. Ну, конечно, видео немного искажает цвет. И здесь кажется, что светлее ниточка. Видимо, просто она так отсвечивает. Вживую очень все гармонично идет. Как бы в цвете все. А на видео получается это темнее, это ярче. Но ничего страшного. Смотрится, поверьте, очень хорошо. Вставила я эту ткань. Значит, здесь получается как? 4 угла. По низу получается 4 угла. И это получается как бы вверху. Здесь выпад. Ну, кто знает, боха как кроится. Это основной, я так понимаю, крой. В стиле боха. Это подплечники. Я каждый подплечник разрезала пополам. Получилось 4 вот таких куска. От угла я вставила эти куски. От этих полосок у меня остались кусочки, уголочки. Я их вот так сделала, тоже вставила. Ну, то есть, как бы добавила элементов. Потому что эта часть, она черная, но она очень тонкая и прозрачная. Когда она одета, она не кажется такой черной. Опять же, выигрышно получается. Самая черная, самая темная, это вот эта часть. Но в самой блузе черные моменты тоже есть. Поэтому эти точечки, в общем, оно все получилось, в общем-то, гармонично. Я хотела еще зеленый гипюр использовать, тягучий, но он сюда не пошел. И вот я вот так, получается, по всему периметру своего блузона, получается, я удлинила. Удлинилась спинка, бока спрятались, как бы удлинились. Бока, получается, сантиметров на 12 удлинились. А эти части больше, чем на 12. Не хочу я уже искать, мерить чем. Ну, в общем, удлинилась прилично. Сейчас я покажу. Я потом присоединю видео, которое я меряю, когда купила ее. И будет понятно, насколько. И постараюсь сейчас на себе, чтобы при хорошем свете заснять. У меня совершенно нет никакого угла свободного, где бы можно было это сделать. Сейчас я подумаю. Вот те уголки, о которых я говорила. На мне это теперь наглядно получается. Видно, насколько удлинилась вся длина. Теперь это можно носить с плотными лосинами или очень толстыми колготками под сапоги. Я уже зимнее все убрала. Что ближе было, то и достала. Можно еще выше вот такие сапоги, тогда это будет вообще смотреться. Я вот еще думаю пуговицы эти отпороть. Ну, поменять однозначно нужно, но здесь карманы прошитые насквозь. То есть они просто визуально, эти карманы. И вот я думаю, если я просто совсем сниму бусины, будет оттопыриваться, наверное, будет некрасиво тогда. Тут сам крой, конечно, он вот так делает. И как будто бы прячет все ненужные выпады туловища. Можно украшения под нее, ручки свои украсить, если куда-то идти. Цвет. Здесь у меня камушки в цвет есть. Но золото, наверное, не пойдет под это желтый цвет. А вот беленький, сдержанный, очень даже симпатично смотрится. Вот такой получился наряд. Ну, вот так поближе. И черное вот это не выбивает теперь. Оно просто прячется и скрывает. Скрывают, добавляют длину, его не видно. А это очень хорошо вписывается. Я не знаю, почему так камера искажает. В жизни прям так хорошо в цвет попадает это кружево. Ну, в общем, вот такой наряд. Если понравилось со мной рукоделить, ставьте лайки, подписывайтесь. Милости просим на мой канал. Вежливых посетителей. Всем пока. Ой. Я такие испорчусь.